Игорь, добрый день. Здравствуйте. Завершилась очередная тренировка сборной. По традиции несколько вопросов после ее окончания. Первый вопрос. Как узнал вообще о вызове? Потому что не был в списке в первом, да, приглашенных в сборную. Как получилось? Кто сообщил? Может быть, позвонил? Перед выездом в Москву, за день до этого, Станислав Славович позвонил. Мы поговорили, сказал, что вызовет меня. Ну и все. Так и узнал. Напрямую от тренера. Отлично. Вообще, вот ты сторожил сборную, уже можно сказать, этой. Как тебе нынешняя команда? Потому что по сравнению с чемпионатом мира произошло достаточно много изменений. Вот ребята новые появляются. Ну, в любом случае, появляются новые лица. Много молодых ребят. В принципе, хорошая сборная, талантливые ребята, которые способны добиваться результатов. В Краснодаре играют несколько футболистов шведских, в том числе представляющих сборную Швецию. Наверное, тебе, как никому, может быть, известны вот нюансы их вообще действий. Поможет ли это, как считаешь, нашей сборной? Вот опыт твой, например, Юры Газинского. Ну, в любом случае, легче играть, когда знаешь оппонента или против кого ты играешь. Но я бы не делал на этом акцент, потому что неизвестно, кто у них будет играть и как они будут играть. Это уже тренеру видней. Проанализирует, все нам расскажет. Игорь, такое всегда для каждого футболиста. Смена клуба – это особое, ну, какое-то событие, наверное. Как удалось освоиться в Краснодаре? Вообще, как, можно сказать, вот этот отрезок новый, который ты начал, для тебя сложилось? Как ощущаешь себя? Ну, ощущаю себя хорошо. В принципе, думаю, мне помогло, что я уже до этого там был. И вливание в коллектив, в принципе, прошло быстро. Так что чувствую себя хорошо. Вопрос такой, в каком эмоциональном состоянии приехал сборная, ну, применительно к чему, что был выход, ну, яркий достаточно в Лигу Европы, в основной этап, в Лигу Чемпионов, извиняюсь, да, а с другой стороны, вот поражение было непосредственно уже перед тем, как ты появился в сборной. Да, такие качели, то есть, и хорошие эмоции, и не очень, но в любом случае, это все надо оставить там уже, проанализировать, а сюда со свежими мыслями и постараться не думать об этом. Сентябрьский матч смотрел национальной сборной против Сербии, против Венгрии. Что для себя отметил? Ну, Сербию смотрел, а Венгрию смотрел момент. Какое впечатление произвели и соперники, с одной стороны, и наша команда, как смотрелась, на твой взгляд? Ну, мне понравилась игра с сербами. Считаю, что заслуженно победили. Плюс... А с венграми видел только моменты, но... Играли хорошо, просто в какой-то момент расслабились. Хорошо, что довели дело до победы.